Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Wolfenstein The Old Blood и продолжаем проходить эту игру. И сейчас у нас вторая глава. Если вы помните, в предыдущей части мы прямо завершили вот тут, потому что у нас поменялась глава. И сейчас мы будем продолжать вот тут. Пока он там говорил, я его поперебивал, но я думаю, ничего страшного. На нас уже нападают, нам нужно уже отстреливаться, как вы можете заметить. Только я пока что... Ага, вот где вы, паскуды. Вот где вас только нафиг много взялось. Так, ща, я просто их пока что перестреляю. Где? Где? К сожалению, я больше не могу с этой хрени стрелять, поэтому мы будем по старинному способу отстреливаться. А если вы помните, то в предыдущей серии... То в предыдущей серии я повысил сложность игры. Потому что она была слишком какая-то уже... Уже слабенькая. Но, как я вижу, я зря это сделал, потому что сейчас нас просто уже разносят. Но это круто, потому что это добавляет какой-то хардкор в игре, и это мне, если честно, нравится. Я не представляю, что это и зачем это. Наверное, зря я поменял уровень игры, да? Так. Вот мы опять тут. На нас будут нападать. Мы просто переспавнились вот туда, и все, я не знаю. Ну, как вы видите, то да, ребят. Давайте мы лучше валим и попробуем какой-то другой способ. Не будем мы так прямо лезть на них. И без всякого объяснения ситуации мы просто-напросто будем... будем бежать на них и пытаться их убить. Ребят, потому что все-таки я еще раз повторюсь, я поднял сложность игры, потому что она была слишком какой-то... слабенькой, да, то есть они нас били, били, что там стреляли, но толком ничего урона не наносили. Но, как видите, сейчас они уже, ребята, потихонечку как-то расходятся. А если брать в учет то, что это только начало игры, то есть, по сути, чем дальше, тем они будут больше нас пинать, если правильно судить, да. Поэтому, наверное, я зря даже поднял уровень игры, но все же посмотрим. Нам сюда... Ну, мне кажется, что да. Зря я это сделал, но я, если честно, случайно, я не хотел сюда. Да, ага. Упал, ну скупнулся, ничего страшного. Твою мать. Они какой-то, то ли я слишком косой какой-то, то ли они какую-то вот эту перегородку, что ли, совсем маленькую сделали, что я нахрен попасть туда не могу с 10-го раза. Вот так. А нам вообще сюда нужно? Ну, как я вижу, наверное, нет. А туда нам нужно? Но, как я вижу, другого пути у нас нет, поэтому нам, наверное, туда. Хотя... Мне кажется, это как-то странно, то, что мы плывем. А может, это просто какая-то пасхалка? То есть, смотрите, я вижу, там что-то валяется. Может, мы просто это возьмем, подберем и назад вернемся? Потому что тут даже прохода нет. В принципе, да. Сюда мы бы с катером никак не поплыли, не доплыли. Ничего мы бы тут не сделали. Да, тут, в принципе, ребята, толком ничего нет. Это просто, наверное, пасхалочка какая-то. Хотя... Хотя нет, наверное, смотрите. Хотя, наверное, ребята, я правильно сделал, потому что вы видите то, что у нас... ну... Да, твою... Маршрут открылся, то есть я бы не нашел другого способа. Способа забраться сюда. А как видите, сейчас нашел. Твою мать. Тебе не кажется, что ты какой-то... Вот сейчас нормально. А, это тяжелый пехотинец. Ага. Опа! Что за оружие? Так, дайте-ка я посмотрю, ребяточки. Что это такое? Я как-то не могу понять. А, дробаш.
Ага. Понял, круто, круто, это мне нравится. Если честно, это оружие крутое. Дробаш против тяжелых пехотинцев, оно вообще офигенное. Как-то мы громко заходим в это здание. Нужно, наверное, было как-то по стелсу, но, как видите, нам... Какой нахрен стелс, а, ребята? Вы что, издеваетесь? Это же Вольфенштейн. Какой в жопу стелс? Мы просто забегаем, всех разносим, да и все. Стелс. Фу. Фу, а не стелс, да? Ух ты, напугал меня, нахрен. Напугал меня, паскуда. Так. Гранаточка тебе в жопу! Хотя я тебе ее и не в жопу кинул, но все же! Замечательно. Раскидали. Собираем вещички. Или что это такое? Ага. Остался еще один. Ага, то есть, ну да, в принципе, я правильно иду. Понятно, что правильно. Так. Но тут ничего нету, значит, ребята, вниз мы спускаемся. Так, патрончики и еще вниз, да? Так, ну что там? О, ну да. Гранаточку кинул, нормально. Так, этого убили. Этого убили. Вот этот тяжелый пехотинец, он, если честно, очень какой-то дотошный. А там их еще и двое. Так, сначала нужно обычных пешек мелких поубивать. Они, в принципе, нормальный урон наносят. И было бы круто, если мы бы их просто-напросто сразу убили, да и все. А вот этих паскуд мощных. Так, одного убили, еще один остался. А он, между прочим, еще и с дробашом. Вот, замечательно. Раскидали нафиг. Он, а, да, он с тем дробашом, который мы нашли. Так, замечательно, дальше. Патрончики. Патрончики. А, нам сюда, да, или нет? А, тут нету никакого прохода. Хм. Ага. Я как бы надеюсь, что мы правильно идем. Просто я другого прохода, если честно, даже не вижу. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что тут будет. А, нам сюда нужно или нет? Или это мы просто, ну, как бы топаем обратно, откуда мы пришли? Хотя, мне кажется, вряд ли бы они такое сделали, это бы было глупо, наверное. Ну, посмотрим, что гадать. Просто посмотрим. Так. Их, начинаем! Так. Но мы, конечно, не можем развернуться, то есть только вот тут. В принципе, я, наверное, правильно. Да твою мать, да вы что, издеваетесь, что ли? Так, ну вроде я пока что правильно нахожусь. Ой. Так, пока что норм. Где? Мне бы снайперку. Честно, я люблю снайперки. Опа. Еще новое оружие нашли. Нифига себе. Так, где? Это, наверное, снайперка. Нет, ну, вряд ли это снайперка. Сейчас мы посмотрим, короче. Что мы будем гадать? Сейчас просто возьмем и посмотрим, что это такое. Так. А, ух ты, откуда? Вас как-то много, ребята, вы не думаете? Так. Еще подкрепление. Дайте вы в жопу со своим подкреплением, нафиг. Так. Где? Вижу, одну паскуду вижу.
Так, замечательно, ребята. Мы продвигаемся потихонечку. Я слышу, там еще кто-то топает. Только не представляю, где. Ага, вот он. Тут я что-то видел. Да, золото. А, вот вы где, нафиг. Вот вы где. Как-то вас много, вы не думаете? И откуда вы нафиг вообще вылезаете, да? Это я типа ключ какой-то нашел? А что тут такое, такого вообще? Я правильно пошел? Ну, наверное. Так, сначала, ребята, что это за пушка? Вот она. Это снайперка? Да, это снайперка. Это снайперка! Вот только я сказал о снайперке... Ух, она сейчас убьет. Только я сказал о снайперке, и мы ее, ребята, уже нашли. Я люблю снайперки, они очень крутые. Да и, в принципе, люблю вообще снайперок стрелять. Так. Так, нормально, нормально, ребята. Пока что... Пока что тянем вот это все. Снайперочка, снайперочка. Я, знаете, даже сначала так сказал. Какая нафиг снайперка? Она как-то даже не похожа на снайперку, но оказалось, что это она. Это круто. Это очень круто. Люблю снайперки. Так, ну. Мы правильно топаем. Так, давайте. Давайте. И внутрь. Ух, я не хотел сюда. Так. Вы куда-то меня нафиг загнали. Я сюда не хотел. Ага. Золото всякое непонятное. А как стрелять? Я как-то не могу понять, если честно. Ух ты! Ни хрена себе. Так. Пока что норм. Пока что норм. Пока что норм. Так, давайте дальше, ребята. Норм. Так, это проход дальше. Опа. Ага, круто, круто. Круто. Прикольно, то есть тут даже, ребята, есть варианты, как проходить. Ну, мне кажется, что прям большого стелса тут все-таки нету, но... Так, я вообще правильно иду или... Так, ага. Ну, там я вижу снизу куча людей, поэтому давайте как-то мы потихонечку попробуем. Ну, я надеюсь, что я правильно иду. Я там видел, много людей внизу стояло. Он успел что-то сказать? Вряд ли. Так. Эти пистолеты, ребята. Ага. Это с ума сойти. Они еще и по стелсу реально работают. Так, что я тут видел? Ага. А тут что? Ага. Ага, вот, а я... Так. Дальше мы топаем. Вот сюда, да. Ну, мне кажется, эта вся игра построена на каком-то побеге нафиг с тюрьмы. Что мы, в принципе, и делаем сейчас, да? Так, больше я... Ага, вот тут вижу что-то. Вот зачем ты меня нафиг спалил? Зачем ты меня, паскуда, спалил? Так. Ну что? Выбираемся. Ой. Это лазание, ребята, нафиг. Они, походу, с этими трубами решили действительно замудрить нафиг.
практически всю игру, только с этими трубами лазать туда-сюда. Так, сейчас, потихонечку, ребята. Да твою мать, а. Ты... Ух, ладно, жопа вам. Лучше бы вы нас не трогали. На вам, фашисты, гранату! Ух, вы прям кинули офигенно туда. Я вас обошел, а вы придурки. Так. Ну, вроде я пока... Опа, сейчас. Идите в жопу. Так, а почему ты не прошел там? Ага, вот. И все. И похрен, что там сзади нас столько людей было. Как-то, знаете, мы прошли. Круто, да и все. Так, откуда? Ух ты ж. Кто там? А мы его даже с пистолетами задолбали туда. Фу. Открыть ворот. Это нужно было такой круг сделать, чтобы ворот открыть. Охренеть, вы с ума сошли наверх. Так, что там было? А мы спускаемся, фашисты, фашисты, фашисты. Мы где-то тут уже близко. Вы нас ждете? Я надеюсь, что да. Ну, сейчас лучше все-таки пушку взять. Хотя этот пистолет, ребята, не... Пистолеты эти неплохие. Так. Ух ты ж. Одного замочили главного, ну как бы не главного, а босса в какой-то степени. Он просто жирный, вот. А с дробашом его намного быстрее убивать. Ух, твою мать. Так, пистолетик. У, не пистолетик, а автоматик наоборот. Пири-пири-пири. Так, где ты еще там? Там еще, да, один есть. Ну, я надеюсь, что есть, потому что я бы его убить хотел. Ага, все, уже нету. Так, ну что, крепость. Какая нахрен дверь мелкая, столько заботы, чтобы сюда войти, да? Так, это что? Глава третья? Нет еще. Такая нахрен дверь, опять такая маленькая. Да, глава третья, ребята. На этом мы уже будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забываем вступать в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, просто на меня подписаться. Вы автоматически станете одним из крутых перцев. И также будет круто, если вы оставите свой комментарий и подпишитесь на мой канал. Тоже буду вам благодарен. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.